Ну вот, расскажите, пожалуйста, вот почему у вас возникла идея назвать эту группу вот такой, ну, Proud Mr. Nos... Chaps. Это, мы называемся Mr. Chaps. Ну, Nos de Familiar — другая группа. А. Ну вот почему у вас? Почему мы называемся Mr. Chaps? Mr. Chaps — это производная от старой группы Nos de Familiar, ну, что mm-hmm. тоже нож. Но мы просто убрали Frau Müller и сделали нож, который нужно сосать. Это нож, который сосешь, и он подарок, он им пошел. Нож, короче, который нужно сосать. Ну ясно. А вот вы со старой группой Nos de Familiar, вы что-то общее имеете? Да, это моя группа. А то есть раньше это... я был с еще одним Олегом, но теперь мы больше не работаем вместе. И вот у меня есть мистер Чупс. То есть вы самостоятельно стали. И вот со Светланой как вы решили вдвоем эту группу организовать? Нет, эта группа была еще давно, еще без Света. Свет присоединился недавно, год назад. А и вы вот из Питера оба, может, расскажете немножко, откуда вы, вот, что там, как? Мы отовсюду, в Питере просто мы живем. Сейчас, да? Из болота вылезли. Болотные мутанты, да. То есть вот вы еще там сейчас немножко расскажете, что вам Берлин очень нравится, да?